Очень удобно то, что управление сабвуфером сразу же отсюда. Также ночью, если становится как бы ярко, да, это светит. Я реально ночью выключаю вентилятор. Вот мы, кстати, с ночи остались выключены. Притемняю дисплей, и будет неприятно, если здесь все будет так светиться. Поэтому здесь есть функция притемнения светодиодов. Можно сделать любого уровня, чтобы и не ярко, и видно было. Вот, снизу это все управление микрофонами двумя. Микрофон подключаете, хотите эхо, хотите высоких, хотите низких, добавите громкость микрофона. Очень удобно, я уже протестил, вау, просто вау. Это наушники сюда вставляются, тоже очень круто, очень удобно. У меня на прошлом усилителе так было, у меня на всех усилителях так было. Нет, на LG не было, я страдал. Это очень удобно, наушники взяли, подключили. И у вас хороший, качественный звук идет прям с усилителя на хорошие, качественные наушники. Кайф. Также прям сюда можно подключить MP3-шник, тоже очень удобно, не надо назад лазить. И вот выход сабвуфера, конечно, порадовал. Хотели, добавили, саб регулировать. Также здесь есть настройки, хотите, добавили высоких, хотите, добавили низких. Вот у меня минус 2 низких сейчас стоит, потому что у меня колонки, к сожалению, не выдерживают эти. Но усилитель довольно-таки мощный, на 3000, колонки на 150 и те на 200 ватт. Соответственно, как бы 8 Ом они выдают 300 ватт, а у меня 200 ватт. 4 Ом они выдают вроде как 800, надо проверить, а они у меня на 150. Поэтому как бы явно перебор с усилителем. Но я его взял как бы с запасом, хочу делать уже самодельные колонки студийные. И вот как раз таки там я и раскрою весь потенциал данного усилителя. В принципе, на этом все. Вообще круто, все так встало, хорошо. Как бы теперь у меня не на одном уровне экране, но благо я умею настраивать. Теперь смотрите, та-дам, как бы в компьютер их видит как правильно, можно так сказать. Видите, да, уровень я настроил четко. Вот он экран, и я чек сюда переношу. Так что, в принципе, не так сложно будет, надо просто привыкнуть, что они на разном расстоянии. В принципе, удобно, я не играю всю раунд, я играю, в смысле, я пользуюсь как именно два отдельных монитора. Вот так вот. Хоть нереально огромный.